написала, прям подумала, все это, все было разрушилось, так привязывала, и все. И подумала, что хорошо не привязываться, там ничего, ничего не видно, что может разрушиться, скажем, есть такая позиция. Делать да. так все. И ладно, разрушили. Урок неправильный. Что? Это ее. Не буду, ладно. Не, не надо, не надо. Ну и все, для меня просто было, да, что мне очень жалко, а так было бы, если так. Может, не во все надо вкладывать. Ну, как есть такая позиция. Да, не вкладываешься там во что-то в отношении, но не жалко. Подождите, человек же важные вещи говорит, вы еще об этом не говорили. Не привязываться там к чему-то каждую минуту жизни, тогда не будет жалко. Скажи, а что-нибудь там все-таки осталось важного? Ну, хотя бы на уровне модели, ну, вот там. Нет, не снимать. Я провела параллель, да, что когда вот...